Хей-хей-хей, всем привет, рад приветствовать вас, друзья, на канале, с вами доктор, это Окупим Марс The Game. Что, ребят, это у нас первая, можно сказать, серия, которая будет уже непосредственно по Окупим Марс. До этого была история введения и обучения, ну такая в виде компании, не знаю, что-то там дальше будут по историям или нет нам подсовывать. Возможно, потому что вокруг нас тут есть определенные базы. Но это посмотрим, поживем, увидим. Но здесь я как бы за кадром маленько еще поиграл. Сейчас вам расскажу, что почем. А сейчас приглашаю вас присоединиться. Для поддержки сразу поставьте лайк. Есть что сказать, конечно же, пишите. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Но, как я уже сказал, за кадром я малеху поиграл, ребят. И вот какая штука. Вот в этом дереве технологии, вот эти вот циферки, как они натикивают. То есть, вот ты бегаешь, чего-то там делаешь, ковыряешься, и тебе вот эта вот розетка, которая сверху увидели, появляется. Это вот добавляется понемногу у меня вот сюда числа. То есть, как они дойдут до десяточки, у меня добавится еще одно очко. Очко позволяет открывать следующее в дереве технологий. То есть это вот, ну, продолжать дерево технологий. Как вы видите, вот оно такое вот большое, развитое и так далее. Это только по электричеству. Ну, соответственно, здесь довольно обширное дерево технологий. Вот, значит что, я открыл, вот, добывая материалы, собирая. То есть вот когда, вот видите, вот такой вот значок. Это когда мы, допустим, с вами распиливали чего-то, добывали, помните? То, соответственно, я нашел вот такой вот значочек. Ну и, собственно, вот этот значочек у меня раскачался, и я получил дополнительное очко. Теперь у меня есть мастерская. То есть мы можем, вот, давайте мы ее сразу откроем, подержим. О, все, у меня теперь есть мастерская. Теперь у меня есть чертеж мастерской, я могу ее строить, ребят. Вот, ну и, собственно, так как у меня открылась технология мастерская, я умею открывать теперь трансформатор. Отлично, ребят, вот. И продолжаем таким образом, а далее. Как мы будем с вами добывать ресурс, точнее добывать вот эти технологии? Ну, собственно, все просто, двигаясь от строя, добывая ресурсы, разбирая и так далее. То есть, в принципе, вот знаете, как мы... В принципе, вот один из моментов, это вот я добывал здесь кремний. Вот эти камни вот разваливал с помощью вот этого бура и добывал кремний. Вот давайте покажу. Ну, в принципе, ничего не поменялось с пролога. Здесь, в принципе, все точно так же. Единственное, что нету пока корабля. Ну, этого. Вот все, и это мы собираем. Так, подожди, вот. Подбери, ну. А, подожди, убери тогда все. Тогда так забери, все. Все, вот я забрал камень кремний, и можно, в принципе, все это дело разбирать. Да, вот это тоже можно разломать. Но пока не вижу необходимости, попозже мы это будем добычей заниматься. Сейчас еще один момент. Вот там на базе я ее повнимательнее так вокруг обошел. И там, оказывается, стоит квадроцикл. Без вас не стал я его трогать. Я думаю, на той базе тоже наверняка что-нибудь интересное есть. Мы к ней вернемся. Поэтому пойдемте сегодня мы начнем, наверное, с квадроцикла. Только для начала, я думаю, надо подбежать водички забрать. Я медленно довольно бегаю. То есть вот эта розетка, она вообще просто по ходу к времени подвязана, потому что она, независимо от того, что я делаю, она периодически чирикает. Ну и открываю, наверное, когда дополнительные ресурсы, она, в принципе, вот это дело... Так, что там, запасы воды, смотрите, и выносливость, кстати, пополняется сразу. Прикольно. Так, а кислород я отсюда добывать могу? Кислород здесь не добывается. Хорошо. Уйди. Что ты мне здесь? Убери. Да, блин, убери. Что? Все? Что-то за баг какой-то. Ну, все, угомонился.
Трансформатор также известен как блок управления энергопитанием. Это устройство, используемое для объединения нескольких источников энергии в качестве входа и разделения энергии на несколько выходов. Для каждого... Так, ну я с этим уже знаком, с трансформатором, поэтому мы не будем сейчас на трансформатор тратить время. На то, чтобы читать... что там в него входит. Так, вот тут пишет кислород, но я думаю, это как раз когда с трансформатора сюда электричество добавим дополнительно, потому что сейчас все уходит только на воду и больше ни на чего. Окей. Я думаю, сегодня мы с вами начнем уже стройку. Это будет вполне логичным. Так, тут у меня ничего нету. Ну, вот это вот та база. А вот она, большая база. А это что? Подожди. Ноктис фусая. Что-то, наверное, это значит. Ох, ни хрена, тут сколько баста этих, ребята. Обалдеть, их тут куча. Так, ну а вот это вот, судя по всему, это маленькая. Это та база, на которой мы были. Да, точно, это она. Так там, блин, там поживиться-то стопудово можно. Но туда пешком, я думаю, не стоит ползти, поэтому нам по-любому нужен транспорт. Так, погнали. О, это чё? Что взял? А, алюминий. О, можно его так собирать, что ли? Хе-хе, собирай. Прикольно. Собирай. Так, еще розеточка засверкала. Но пока, слушайте, игрушка оставляет впечатление вполне прикольно. Да, и знаете, я что заметил? Я так подозреваю, что игра очень сильно будет похожа на Осирис. Вот прям очень будет похожа по механикам и по всему похожему. То есть, также мы вот там где-то там остановились, прилетели. Начинаем искать, лазить по заброшенным базам. Вот что-то подобное было в Осирисе, это 100 пудов. Итак, окей, войти. Это что за... использовать? Малая монтажная плата, закрыть. А, все, я его починил, что ли? Хе-хе. Ну, в смысле, войти. Как? Что значит войти? А, вот, открыть розетку. Куда открыть розетку? Тихо. А, вот, закрыть розетку. Я не понял, а как садиться-то? Так, что там? Пойди тут. Кривой стартер надо поэтовать. А, собрано. Z тут, наверное. Вездеход. Уровень заряда аккумулятора. О! Ну вот, а чё? Так, давай назад. А как тут свет включить? Подожди. А вот фары использовать. Отлично, а это чё? Заблокировать дифференциал. А, это полный привод, типа. Прикольно. Тихо-тихо. Тихо, давай. Ой. Это прикольно, ребята. Это прям даже, я бы сказал, шикарно. Так, а как теперь вылезти из него? А, во, все, как с оружием, все точно так же. Так, ящик сюда можно будет, я думаю, какой-нибудь по-любому, да, нам? Ага. Так, фары включи. Включи, ну, включи фары. Ну, прикольно, ребят, прикольно. Единственный момент, знаете что? Мне не нравится то, что потемнело. И надо бы, наверное, уже двигать в обратном направлении. Что-то как-то быстро потемнело, пока я тут туда-сюда. Что там, минус 20 градусов, пошли. Пошли, так. Включи свет.
Так, ну, надо сказать, это довольно прикольно. Он у меня пока заряжен. Так, но батареи я все равно пока делать не могу. Окей. Давайте мы пойдем сюда и построим утром трансформатор. Так, закрой дверь. Свет выключи. Свет выключи. Так, отлично. Закрыл дверь, выключил свет. Я думаю, надо бы еще снять вот эту штуку. Угу. Хорошо. Здесь ничего не появилось. Здесь ничего не появилось. А, так. Поросенок там у нас на улице. Не нужно наполнять бутылки, хорошо. Ожидание значительного понижения температуры через час. Ну, окей, я закрылся, так что мне пугаться нечего. Итак, мне надо покушать и испить водички, наверное, я так подозреваю. Давайте мы покушаем. У меня полный уже этот. У меня полные карманы, ребят. А я... Погоди, зачем? Закрой. Зайди. Вот там где-то я видел ящик. Ящик для квадрокоптера. Нет, не то. Аккумулятор, ящик для растений, для пересадки. Болгарка, огнетушитель, детонатор, реактивный ранец, ящик для... Ящик. Так, это у нас аптечка, малая труба, солнечно-стальная пластина, кабель. Ну, собственно, что я вам скажу? Ладушки. Давайте тогда воды пивнем, поспим и погоним дальше. Так, вода. Вода сюда. Кислород сюда. Угу. И спим. Спим где-то примерно... Ну, я думаю, где-то около 8 только начинает теплеть на улице. Так что 7 давайте поставим. А, нехватки сна, отдохните. Ну, я пытаюсь. Чё тебе надо-то? Серьезно. Есть, говорит, наверное, хочу. Ну, вообще, давай. Пофиг, давай поедим. Что у нас покушать есть? Что из еды у нас есть? У нас же где-то вот есть. Употребить. Так, чё? Все, голод укачал. Здоровье, скафандр. Угу, все, еще разок. Ой, ты куда так? 7. 7:30 давай, вот так. О, спать. Ну, в смысле? Я же сказал, спать. Смотрите, он какой вредный. Давай до 6 тогда поспим. Скажем так, я не совсем, блин, понял, что ему надо было. Давай... До 9 там на улице делать нечего. Иди еще вот полтора часа покемарь. Все. Теперь это не... отлично. Значит, что? Одень скафандр. Я уже с таким сталкивался. Не хочу опять открыть. Давай, давай. Герметичность восстановлена. Молодец. Окей. Я там разблокировал мастерскую. Давайте будем строить по порядочку мастерскую. Что на нее смотреть? Потом поедем дальше, будем разбирать, что там можно разобрать. Ну, я думаю, вот тут вот очень хорошее плато для начала. С базы рядом, вот тут ресурсов куча валяется. Но почему бы и нет. И, кстати, вот там, я думаю, у нас, наверное, будет что-нибудь типа... Возможно, имеет смысл все-таки на ту, на большую базу все-таки сгонять, ребят, вон туда. Прям, может, там марсоход будет стоять. Этот не марсоход, а вот который добытчик. Может быть. Так, окей, ладно, давайте не будем. Для начала чертежи.
Чертежи. Так, это мне пока не надо. Так, трансформатор у нас появился. Жизнь. Вот он. Мастерская. Да у меня все есть для мастерской, так что давайте. Мастерскую забубеним. Надеюсь, оно того стоило. Так, блин, какая она здоровая-то, ё-моё. Ее нельзя приблизить, отдалить. Нет, 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 это не то. И это явно не то. Так, ну окей. Ну давай вот так что ли поставим тогда. Ей же еще сейчас энергии надо будет куча. Так, строим. Прикольно. Потихонечку проявляется. Продолжим. Не останавливайся. Блин, у меня все есть для мастерской, прикиньте. Шикардосно. Отлично. Ребята, отлично. Так, ну сюда нам надо поставить шлюз стопудово. И рампу. Да. Но это вот начало, походу, нашего творения. Посмотрим, что там внутри. Интересно. Давай, так, чертеж мне нужен. Чертежи. Переходы и шлюзы. Давай, шлюз. Да, шлюз сюда. Так, и... еще сюда же давай. Блин, опять не то нажал. Чертежи. Рампа. О, шикардос. Ну чё, пошли строить. Так, для рампы все есть? Блин, он все строит. У меня, видимо, все есть. Прикольно. Шлюз. Подожди. Что-то, видимо, я его не так поставил или что? Ну-ка, давай еще трампу поставим. А, нет, все. То есть без рампы он не запускался. Оригинально. Так, ладно, давай. Дерни. Так, тихо, убери. Дерни. За рычаг. А, их два надо, ребят, поставить. Иначе в этом нет смысла. Так. Ну, слушайте. Ну, так-то, в принципе, прикольно, конечно. Энергии нету. Энергии нету. А так-то, да. Пока непонятно. Ладно, идемте. Так, нам нужен еще один шлюз. Я понял. Чтобы мы могли это дело правильно Короче, ну это неправильно же, что я шлюз вот так вот захожу. Сразу открытое помещение. Так, давай. Инвентарь. Да зачем инвентарь? Чертежи. Вот. Это у нас второй шлюз. И теперь рампа. Чпок. И еще разок давай. Теперь вот этот шлюз. Все хватает для него? Вроде пока хватает. Отлично. В общем, теперь все у нас работает, да? Шлюз мы сделали. Теперь он у нас вот так вот работает. Отлично. Давления здесь нету. Но это, в принципе, уже не так страшно.
Так, ну что, у нас первое здание, ребята, с вами появилось. Ни много, ни мало. Прикольно. Ну, я думаю, тут надо ставить антенны. Сюда можно подвести и воду, и кислород. Да. Это у нас что? А, это предохранители. Включить-выключить. Ха-ха. Вообще прикольно. Так, окей. Ладно. С ними, кстати, с этими предохранителями тоже что-то можно, наверное, мутить. Ну, до этого нам далековато. А мы дотянем отсюда до воды-то. Так, вот это у нас вода же по цифре 6. Давайте проверим. Так, воткни. Отлично. Второй конец у меня в руках. Подожди. Вон. Хватает? А, ну пока хватает. Все. В чем проблема? Отлично. Есть. Есть. Шикарно. Так, ты заработал, да, у нас? 136 литров. Нормально воды-то набралось-то уже, ребята. Прикольно. Так, забери бутылку с водой. Забери, я сказал. Ну, ладно. Так, ну я думаю, база будет крайне немаленькая, поэтому, в принципе, надо... Надо поставить электроэнергию мне. Ой, я постоянно через инвентарь захожу. Электричество. Малая солнечная панель. Пусть пока малая будет, окей. Так, сколько мы их сможем поставить? Да, мне кажется, сколько смогу, столько давайте поставим. Так, как тебе вертеть? Подожди, как тебе вертеть? Ага, вот все. Так, там как? Куда у нас? Вот у этой панельки. Чтобы в одну сторону все смотрели. А, вот он вот сюда смотрит. Понял. Так, давай. Повернись. Вот так. Так. Три панели, да? Четыре панели. Окей. Теперь давай, сколько мы их сделать смогем сразу. Так, окей, у меня новая технологическая точка. Блин, панели-то вообще неправильно стоят. Они закрываются. Что за плуга? Что это значит? Слишком близко, мне кажется, я их поставил, ребят. Вообще, ну не по фэншую. Давайте мы их спилим, короче. А что у меня со здоровьем? Кто мне здоровье, блин, убивает? Не пойму я. Смотрите, у меня здоровье потихо это уменьшается. С чем это связано, не пойму. Жажда, голод, выносливость, усталость. Непонятно. Так, ладно. Чертежи еще разочек. Только давай мы тебя уже... Не так будем ставить. Слышите, как я и дышу тяжело. С чем связано это все? Непонятно. Так, три. И давай еще одну вот сюда поставим.
Да, вот сюда вот. Отлично. Пошли варить. Здоровье восстановилось. Я не понимаю, что со здоровьем происходит, если честно. Аж варить не то стал. Так, а теперь надо нам вот что, ребят. На мне надо это все дело соединить. Надо поставить, опять я сюда зашел. Где у нас чертежи? Вот такую вот штуку. Трансформатор она называется. Она мне нужна для того, чтобы я распределял электроэнергию здесь всю. Так, что у меня? Блин, у меня на все есть ресурсы, что ли? Прикольно. Ладно. Да будет так. Так, давай мы еще вот шланг вот этот вот, где у меня электроэнергия. Во. На цифру пятак. Чпок. Че? В смысле не хватает кабеля? 5. Но. А чё ты? Зачем ты выбросил кабель, ёк-макарёк? Есть. Второй конец. Пошли сюда. Так, это у нас вход или выход? А вот я забыл. Или тут без... Нет. Power on off. Ты вход или выход? Хе-хе-хе. Так, подожди. Брось пока. Ага, вход с другой стороны у нас, ребят. Блин. Так я и знал, что что-нибудь не по фэншую. Давайте перевернем его маленько. Тап. Чертежи. Опа. А, во, 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 во. Вот он теперь показывает мне как. Отлично. Так, шланг бери. Сюда его вонзяй. Молодец. Вот этот почему-то бросил здесь, я не понял. Вот, идем сюда. Так, отлично. Второй конец. Отлично. Не понял. Что это такое? Почему ты такой обкоцанный? Это что такое? Ты подключился, что ли? Подожди. Подключился. Что-то баг, наверное, здесь. Какой-то. Так, ладно, давай пятерка. Ребят, я понял. Там расстояние веревки такое маленькое, поэтому вот так вот получилось у меня. Нет, то же самое. А, ну вот он. Че ты, блин? Ну, все правильно. Ай да, воткни сюда. Че-то вот с этими не то получилось, подожди. И где они? Да я говорю, что-то не то с ним. Подними. Вот. Здесь нормально теперь все. Что за фигня? Странная какая-то. Так, окей, ладно, давай. Еще раз пятерка.
Шмяк, пошли сюда. Шмяк. И да, вот все теперь нормально. Что-то какой-то обрывок там был, ребят. Прям какой-то обрывок был. А, нет, пятерку нажми. Шмяк. И сюда. Шмяк. Вот, примерно как-то так. Что у нас получается? 20 киловатт. 20 киловатт я могу выводить. Угу. Так, ну как минимум один шланг мы можем сюда бросить. Это у нас вот здесь будет. Давай втыкай сюда. И пошли вот сюда вход. Отлично. Все. Здесь это мы... Включили, выключили. Не совсем понимаю, зачем здесь у нас предохранитель. Ну, да ладно. Так, вода там есть. Электроэнергия там есть. Вот еще бы батарею бы не мешало бы. Ну-ка, давайте посмотрим. Там у меня какая-то точка была доступна. Дерево технологий. Да, вот у меня, смотрите, что. Литий-ионные аккумуляторы. Вот, ребят. Пошла жара. Аккумуляторы-то нужны сейчас... Как никогда. Как никогда нужны аккумуляторы. Так, расширение трансформатора. Это что, нужен чертеж промышленный преобразователь энергии? Так, давайте аккумулятор возьмем. Аккумулятор нужен. Да подожди ты. Вот ты посмотри, что какой. Вредный. Ну все уже, изучили. Чё за фигня? Он тупит. Так, чертежи. Аккумулятор. Аккумуляторная батарея. Так, давайте будем аккумулятор заряжать. И я думаю, наверное, через аккумулятор пускать в этот. Да, давай вот так вот поставим мы тебе сюда. Бац. Чё, мне ещё по один аккумулятор все хватит? Хе, прикиньте. Нормально так капсула была занята. Опа. Шикарно. Так, давай мы тебя отсюда заберем тогда. Убери. Короче, все мышкой делать надо. Отсюда заберем, сюда вберем. Отлично. А, нет. Давай мы по-нормальному, чтобы у нас все по-человечески было. Вот. Так. Опа, все, убрал. Теперь еще раз. Пятерка. Это сюда. Это сюда. Зачем мне лишние провода тут? Во. Ну вот, совсем другое дело. Так, и здесь давай пятерка. Это сюда. И вот сюда. А, отлично. Ну, пошла жара, только вот сюда вот у нас электроэнергия не пошла. Интересно. Потому что, видимо, в настройках что-то у нас тут не настроено. Мощность выхода, да. Мощность выхода у нас не настроена. А мощность входа что у нас? Объем 180 киловатт. Не понял, а что ты? Почему? Что не даешь? Ну, это пока давайте мы уберем все. Так. Это вот в этой же, правильно же мы же? Первая пипка. Она же первая. Почему бы их не принам... А, вот она первая-то, ё-моё. Сюда воткни. Скафандр. А скафандр отсюда не зарядишь. Так, ну, по идее должно пойти. Нет, не пошло.
Так, мощность выхода. Вход 20 киловатт. Ну, выход давайте мы... А, я же могу тут вот так вот прям, ребят. Чё париться-то? 10. Сделаем вот так вот. 50% сразу мимо проходит. Все. Пусть заряжается. А, ну и, наверное, электроэнергии уже нету. Видимо. Да. Мощность входа 0. Да. Собственно, надо ждать теперь, как у нас все опять начнет заряжаться. Так, время у нас 7, но еще пока можно полазить. Ну и здесь, наверное, что-то можно уже ставить из еды. Я правильно понимаю? Ну-ка, давайте посмотрим. Да что-то я опять сюда зашел. Чертежи. Что-то же у нас там было. Главный жилой модуль. Да, вот он, шкафчик. Мы его могем уже тут ставить, ребята, да. Ну вот, давайте мы шкаф поставим. И еще у нас из чертежей... Давай, гидропонная ферма. Да, она тоже у нас встает вообще нормально здесь. Чё она говорит? А, кушать, пить, пить, говорит, хочу. Угу. Пошлите. Пока у нас тут еще не готово все. Поэтому пойдемте мы в капсулу переждем. Так, закрывай. Так, выключи свет. И надо попить воды. Но даже не попить, а положить сюда воды. Возможно, что-нибудь скушать. Употребить. Все. Чего Уоррен ожидается значительное понижение температуры. Да, это я уже в курсе. Так, здесь мне ничего не надо пока, на данный момент, в принципе. Все готово. Все есть, у меня полностью забитый. Давайте мы в принтер все закинем. Пусть оно... не это. Вот это вот. Вот это все. Принтер все закинь. Вот, пусть оно будет. Это что у нас электроника? Малая монтажная плата. Так. А это вообще в дробилке пусть будет лежать. Все. Ну, что-то примерно как-то так. Ладно, чтобы у меня карманы маленько более-менее пустые были. Так, ну все, давайте переночуем. Да, вот он говорит, спать, говорит, пора. Время 10. Насколько я помню, у нас тут до 6 часов он спит, или раньше не спит. Спать. Почему он не ложится спать? Блин, когда ему говорят, ёпрсте. Ладно, давайте мы до 5 поспим. Шкафандр не снял, блин, шлем. Шлем не снял, ребята, не снял шлем. Это, блин, плохо. Скафандр и кислород потратил. Так, хорошо, ладно. Ну, мне надо, по идее, поспать еще. Давай инвентарь. Сними шлем. Ожидается метеоритный дождь? Серьезно? Что так все страшно-то? Я надеюсь, в мою эту капсулу сейчас метеоритный дождь не попадет. Так, пошлите заправим скафандр, заправим этот
короче, там у меня всем надо заправить. Так, положи сюда. Ну, брось пока. Так, все, вода готова. Подними обратно. На. Так, здесь мне интересен следующий момент. Бутылку с водой заполни. Забрал. Еще раз. У меня там, по-моему, вторая бутылка есть еще с водой. Это бутылка с кислородом. Бутылку с кислородом надо внутри заполнять. Угу. Значит, это пошли туда обратно. А чё бы на квадроцикле-то сюда не проехать, а, ребят? Ай-яй-яй. Так, ну и чё у нас тут? Зарядка батарейки идет. Да, заряд батареи идет. Но только вот тут почему-то у нас не фонтан по потреблению. Пошли кислородом заправимся еще. Наполнить баллон. Есть. Отлично. Выйди. Так, тихо. Взял, молодец. Вот этот баллон поставь на место. Отлично. И это тоже давай заполним. Забрал. Молодец. Так. Капсулу надо закрыть. Оп. Слушайте, а надо, может, ее подзарядить? Давайте мы ее подсоединим. Вдруг это тоже важно. Подсоединись. Подсоединись. Отлично. Отсюда выход, туда вход. В принципе, все. У меня только с кислородом пока непонятно, как, откуда. Да. Пока что не понимаю. Может быть, вот отсюда мне провести туда. И будет кислород. Это батарейка, а вот отсюда. Давайте попробуем. Так, пятерка. Давай сюда воткни. И пошлите попробуем. По идее, вот эта штука тоже, кислород тоже должна вырабатывать. Чпоньк. Есть. Теперь идем сюда. Как-то здесь управление было, ребят. Вот я помню, что было какое-то здесь управление на вот это дело. А, я вспомнил, там-то надо. Опять я пешком бегаю. Опять я бегаю пешком. Ладно. Этой областью ожидается метеоритный дождь. Блин, слушайте, ну очково. Чем это все сейчас закончится для меня? Так, давай. На второй. Пять процентов пусть. Окей, небольшая мощность мы туда пустим. После метеоритного дождя вообще что-нибудь будет у меня тут живое? Так, что у нас? Кислород пошел? Я надеюсь. Нет? Почему? Блин, а как его? Как-то я, ребята, настраивал то, что он мог как бы кислород перерабатывать. Ладно, что-то я маленько не догоняю. Я сюда энергию сейчас добавил. Пока он у меня только воду вырабатывает, кислород не вырабатывает. Окей, поехали-те. И хотели туда съездить. На ту станцию.
Вот я хочу все-таки посмотреть, что там будет. Надеюсь, успеем. Время что у нас тут? 12 дня. Должен, по идее, успеть. И можно будет добывать ресурсы уже в более крупном масштабе. Так, вот какая-то база. Ну, давайте мы ее проверим, посмотрим, что за база. По-любому здесь что-то должно быть интересное. Здесь, смотрите, типа ангара какого-то. Так, ну я уже обучен, ученый, поэтому давайте мы объедем вокруг. Вдруг что-нибудь тут, какая-нибудь техника стоит, и я не знаю об этом. Тихо. Вот это пилится? Нет. Нет у меня мощи это пилить. Так, сюда я не залазю. Все, окей. Давайте пройдем в ангар. Так, окей. Я зашел. Переработанные продукты. Это все, конечно, хорошо. Здесь что у нас есть? Так, там у нас дверь. Канистра. Но она пустая, видимо. Угу. Видите, иконка сверху моргает. Это тоже вот добавляется ко мне опыт. Так, ну тут в принципе ничего больше интересного нету. Что в шкафах может быть? Что-то в этих шкафах я уже сколько вот не лазил. Канистры вот такие несподвижные, видите, они прям не двигаются. В шкафах я ничего не находил, но вот в этих шкафах мог еще найти, что-то попадалось мне. Но мне кажется, все равно шмон надо навести, там всякие платы лежат, платы, видите, как понадобились мне. Все, начинается метеоритный дождь, что я могу с ним сделать? Ничего, только могу переждать, где-нибудь вот на подобной базе. Пошлите, понаблюдаем. Что это за аномалия? О, летит. Вау. Главное мою базу, чтобы не расхренакали. Но ее уже, по-моему, расхренакали. Или нет пока? Ладно, проверим потом, после метеоритного дождя. Так, вот это что такое? Лампа. Угу. Но я ее пока трогать не могу и, скорее всего, распилить я ее тоже не смогу. Так, Сим-Сим, откройся. Хорошо. Еще раз откройся. Отлично, отлично. Так, это где мы? Ну, жрачки тут накидали. Тут можно долго-долго не готовить еду.
как я понял. Открывай. Так, тут наверх. А, здесь еще... О, подожди, что здесь было? Открой. Ничего интересного. Ага, вот еще. Тут тоже шкафы, по идее. Тут что? Угу. Ничего. Открывай. О, забытый планшет. Хорошо, забирай. Сейчас мы его попозже изучим. Сейчас пока давайте просто изучим, а то время-то не стоит на месте. Потом мне бежать придется. Зимовать-то я на улице-то находиться я точно не смогу в таком снаряжении. Так, открывай. Хорошо. Угу. Лаборатория, ребята. Какая-то лаборатория. Идем. Изучаем, что это. Это инструмент, понятно. Так, открой. Малый двигатель. Забирай. Пригодится. Так, тут ни с чем не взаимодействуем. Давайте мы сперва это все. Контейнер для воздуха. Так, здесь. Отлично, забрал. Забрал, тут просто можно ходить и собирать. И можно еще, знаете, все пилить, наверное, я думаю. Вот все, что попадается, все, что можно распилить, распиливать. Так, тут вниз у нас спуск куда-то здесь. Шкафы. Плата. Забирай. Плата — это редкость. И нужная вещь. Без нее хрен что построишь. Так, что здесь? И? Че открыл-то? Ничего не открыл. Ладно. О! Аптечка первой помощи. Это хорошо. Забирай. Лишней точно не будет. Так, и что там внизу? Мне же теперь интересно. Что-то, по-моему, в шкафах в этих ни хрена интересного. Давайте. Но все равно. Вдруг что-нибудь будет лежать, будет обидно, если я это не заберу. Так, еще одна аптечка. Забирай. Канистры. Не то, чтобы канистры, но канистры. Так, но эти все приспособы, приблуды, они не рабочие. Все это поломатое. Пошли наверх, еще поднимемся. Потом будем болгаркой махать здесь. Что это? Контейнер для воздуха. Ага. Тут осмотреться можно, да? Так, это пилица. Стальная пластина. Да. Короче, стальная пластина, маленькая труба, алюминиевая пластина. Пилица от Седова. Угу, вот с этих вот штуковин, что это такое? Еще бы знать. Окей, что у меня добавилось в чертежах? А добавилось ли что в чертежах? Давайте, так, по электричеству мы посмотрели. Переходы, шлюзы, это все понятно. Жизнь, это мы сейчас поставили. Так, коридоры, гаражи, это все не к нам. Так, назад. Технологическое древо. Единичек у меня больше нигде не имеется, ребята. Так что, да. В принципе, я только остался на то, чтобы именно добывать ресурсы.
Это разбирается? Это разбирается. Что это мы берем здесь? Ну, собственно, все те же самые ресурсы. Угу. Так, что здесь разбирается у нас? Пакет шурупов. Хорошо. Еще один пакет шурупов. Отсюда. Это не разбирается. Надо какую-нибудь электронику поразбирать, что ли. А, кстати, я же планшет находил. Давайте мы его посмотрим использовать. Так, промышленные преобразователи энергии. Мы закончили модернизацию расширенных сегментов трансформатора. Это предотвратит дальнейшие проблемы проникновения реголита в стыковые зазоры. Теперь конструкция однородна и полностью защищена от частиц пыли в соответствии со стандартами ЭРА. О, как. Это я какой-то чертеж изучил, по-моему, да? Нет? Да нет, все то же самое осталось, по идее, пока. Ладно. Вот эта штука разбирается, смотрим, что мы из нее получим. Стальная пластина. Новая технологическая точка. Алюминиевая пластина. Так, получили новую технологическую точку. Давайте сразу незамедлительно ее изучим в материалах. Так, мастерскую я открыл. Насос, маленький коридор, фильтр СО2. Фильтрация двуоксида углерода, превращающая ее в кислород, также производит баллоны СО2. О, прикольно. Насос. Промежуточное сооружение между колодцем и остальными. Имеет один вход и выход для кислорода, воды или метана. Фильтр СО2 и... Так, ну вот этот фильтр СО2, это, наверное, для изготовления уже кислорода или что? Ну ладно. Давайте попробуем его сделаем. Давай, чертежи. Жизнь. Нет, это не то. В принципе, стеклянная панель, электроника и малая монтажная плата. Так, вот это вот разбирается. Мною. Что-то разбирается. Это стол я разбираю. Так, ну тут пакеты шурупов и алюминиевые пластины. Больше я ничего тут пока не вижу. Так, вот тут что у нас есть? Тихо, открой. О, это что? Твердое ракетное топливо. Опа, как интересно. О, давайте вот этот вот сейчас разберем. Может, с него что-то еще получим. И полетели обратно. Потому что через час уже будет холодно. Че, я не успею разобрать, что ли? Я за эти там минуты, как секунды тикают. Бегом, где ты? Так, фары. Ищем убежище. Главное сейчас не заблудиться, ребята. Так. А где карта? Вот он, радар. Вот она моя база. Отслеживать, давай. Вот так вот сделаем. Так, садись обратно. Фары полетели. Скорее. Бегом. 50 градусов. Тихо, спокойно. Сейчас я долечу. Чуть-чуть осталось. Терпи, братуха, терпи. Ай, чуть-чуть еще. Давай. Давай быстрее. Ё-моё!
Чуть-чуть не успел, ёлки-палки. Понятно, я загрузился, короче, перед тем, как туда ехать. Собственно, перед движением туда. Я здесь сохранился и загрузился опять здесь же. Ну ладно, это уже мелочи, я там за кадром еще раз сгоняю, что там было, подсоберу. Там, в принципе, ничего такого сверхъестественного у нас не было. Ну а на этом будем завершать. Понравился ролик, ставьте лайки. Есть что сказать, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Да прибудет с вами Джойстик. Всем пока. До скорых встреч.